именно в процессе летней занятости или каникулярной занятости у детей формируются первичные трудовые навыки. Кроме того, возможно, идет процесс профориентации, они начинают первично знакомиться с профессиями, которые впоследствии могут определить и в целом их жизненные, наверное, цели и жизненные приоритеты. Трудоустраивается порядка 5000 молодых ребят. На эти мероприятия выделяются средства из областного бюджета на материальную поддержку. И в прошлом году губернатор поддержал нашу инициативу, и мы увеличили средства материальной поддержки на одного работающего с 850 до 1500 рублей. И вот на выплату этой материальной поддержки, кроме заработной платы, у нас заложено 4 800 4 800 000 рублей в региональном бюджете. Очевидно, что ребята получают возможность заработать на какие-то свои увлечения, на какие-то свои мечты. Ну, а предприятия, в свою очередь, получают потенциальных будущих работников своих. То есть это такая взаимовыгодная ситуация. Хотя, конечно, скорее этот проект социальный. И этот проект очень органично вписывается в общую кадровую политику, которую мы сейчас на муниципальном уровне обсуждаем.